Конкуренция важна по целому ряду причин. Во-первых, она помогает защищать потребителей на любом рынке и тем самым способствует благосостоянию граждан здесь и сейчас. А во-вторых, она создает стимулы для развития. Мы знаем, что монополии неэффективны, потому что они не боятся конкуренции. А как раз конкуренция – это и есть то необходимое условие развития российской экономики, создания новых компаний, создания новых рабочих мест, инвестиций в более эффективные рабочие места. Вот без этого, без конкуренции, ничего из того, что мы хотим сделать в нашей стране, мы не сможем сделать. Просто потому, что не хватит стимулов у конкретных предпринимателей, у конкретных компаний, у конкретных сотрудников, потому что только конкуренция создает стимулы для того, чтобы работать хорошо, лучше, чем другие. Мы сегодня обсуждали целый ряд решений и проблем в области конкуренции, как общеэкономических, так и отраслевых. И по целому ряду вопросов президент пообещал принять вполне конкретные поручения. Сама идея встречи была в том, чтобы выйти на реализуемые и проверяемые решения. По некоторым решениям мы обсуждали конкретные сроки, по некоторым решениям мы обсуждали вполне четкие формулировки, поэтому при наличии политической воли их реализовать, они, конечно, будут реализованы. Впрочем, президент говорил и о том, что многие поручения в этой области, хотя и были сформулированы раньше, до сих пор не выполнены. Даже несмотря на то, что сегодняшняя встреча продолжалась гораздо больше, чем мы запланировали, потому что у всех было что сказать, у всех были предложения по целому ряду проблем, на самом деле мы смогли осветить только малую часть проблем, связанных с конкуренцией. И в финальном докладе рабочей группы по конкуренции и предпринимательству будет гораздо больше идей и предложений. Для меня на самом деле было бы очень важным решение по созданию уполномоченного по правам предпринимателей. Президент не принял такого решения, он предложил подумать над тем, чтобы строить такого уполномоченного в структуру прокуратуры. Было важное решение, связанное с амнистией предпринимателей. Президент сказал, что эту проблему можно рассмотреть. Ну, конечно, амнистия – это дело Госдумы, но, по крайней мере, он не отмел это предложение. Целый ряд решений будет принято, связанных с барьерами для бизнеса, целый ряд с сокращением госрегулирования и госучастия в собственности и приватизацией. В общем, я надеюсь на вполне конкретные решения в этих областях.